значит числа от 19 до 80 выписаны подряд. Делится ли полученное число на 1980? Она очень простая. Да. Мам, какого у тебя задача? Это 84, чтобы ее все сдали. А, 80. Хорошо. Мы должны доказать, что число делится на 1980. Ну что ж, ну это то же самое, что доказать, что это число делится на 20 и делится при этом еще на 99. Правильно? Это отлично. На 20 очевидным образом она делится. Да. Ну, просто потому, что можно представить, как сумма числа, кончающегося на 2 нуля, плюс 80. Число, кончающееся на 2 нуля, делится на 100 и тем более на 20. 80 на 20 делится. Отлично. Осталось разобраться с числом 99. Да, хорошо. Разберемся. С 11. Так, мы знаем, что... Ну, возьмем... Как... Впрочем, ребята, это мой год на Всесоюзной Олимпиаде. Это ваша задача? Нет, задача моя, я тогда маленький был. Но вот когда я был, то, что тогда называлось восьмиклассник, а сейчас называется девятиклассник, то вот ровно эту задачу я решал. Что? Вы решили там? Ну, конечно, нет, ну, слушайте, ну, первый раз в жизни на Всесоюзной Олимпиаде, разумеется, я задачу запомнил. Да? Так, хорошо. Заметим, что число 100 сравнимо с минус единицей по модулю 99. Да. Зачем вы подсказываете? Да, зачем? Отлично. Значит, если у нас есть число 80, то оно дает остаток, наверное, 80 по модулю. Нет, надо так написать 80. Ну, хорошо, давайте 80. С единицей. А с единицей, не с минус единицей, с плюс единицей. Я же... Конечно. Да. Значит, надо так и писать. 80 плюс 79. Не, ну... Плюс. Ладно. Плюс 78. Плюс 77. Плюс и так далее. Плюс 19, да. Нужно доказать, что это делится на 99. Сумма натуральных чисел от 80 до 19. Ух ты. Мне кажется, очевидно. А чего? Садимся. А, ну как, ну сложим. А, не надо, складывай первое с последним надо. Да, складываем первое с последним. 80 и 19. Нет, мне кажется, люди не понимают, зачем я это выписал. Очень просто. Нет, абсолютно понимаю. Абсолютно понимаю. Обычно. Не, вы плохо думаете, товарищ. Понимаю. Значит, господа, смотрите, что это такое? Это же у нас 80 плюс 79 умножить на 100 плюс 78 умножить на 10 тысяч плюс 77 умножить на 100 в кубе плюс 76 на 100 в четвертый плюс и так далее. Да, не буду писать все. Но поскольку 100 дает остаток 1 при делении на 99... Это число дает 79, это число дает 78, это число дает 77 и так далее до 19. Да. Очевидно, задача доказана. Потому что, когда будешь складывать 80 и 19, 79 и 20 и так далее, то будет действительно делиться на 99. Спасибо. Там в середине хрень. Отлично. В середине, да, видите ли, число 99 нечетное. Поэтому то, что вы говорите в середине, будет 49 и 50. Понимаете, да?